Готовим баклажаны по-корейски на зиму. Это очень вкусно и готовится недолго. Баклажаны нарезаем соломкой. Складываем в миску, пересыпая солью. Перемешиваем и убираем на 1 час. Перец также режем соломкой. Полукольцами нарезаем лук. Морковь натереть на терке. Через час отжимаем баклажаны и сливаем сок. Затем обжариваем на масле до румяной корочки около 15 минут. Дальше измельчаем чеснок. Нарезаем петрушку. В миске соединяем морковь, перец, лук, горячие баклажаны, чеснок и зелень. Можно добавить острый перец, но я не добавляла. Добавляем специи, соль, сахар, приправу для корейской моркови и столовую ложку куркумы. Вливаем уксус. Все хорошо перемешиваем и настаиваем 2-3 часа. Слюнки текут от аромата и внешности этого салатика. Прошло 3 часа, наполняем банки. Слегка притрамбовывая. Накрываем крышками. Стерилизуем 30 минут с момента закипания. 30 минут прошло, достаем. И закатываем наши баночки. Выкладываю рецепт и немного переживаю. Так хочется, чтобы он вам понравился. Переворачиваю и укутываю до полного остывания. Готовьте с удовольствием, кушайте вкусно и будьте здоровы!